Всем привет, с вами Руслан. Сегодня у нас на повестке дня две посылки. Посылки с Китая, с Алиэкспресс. Все по-стандартному. Ничего у нас нового. Это у нас обычный чай на посты. Что-то. Пришло все в одном пакете. Я расформировал, чтобы посмотреть, сколько там посылок. Оказалось, посылки две. Одна вот такая плоская, вторая вот такая толстая. Не перестаю повторять, зачем нужно снимать распаковки посылок. Если сейчас там что-то пришло покоцанное, сломанное, переломанное, мы можем предъявить продавцу или Почте России, чтобы они вернули нам деньги. Потому что зачастую приходит что-то сломанное. Видим по углам, вот эту коробку явно кидали. Ну а вот эта коробка, я догадываюсь, что здесь ее такая упаковка вообще неприемлема для данного товара. Возьмем наш нож для распаковок, маленький, и вскроем. В этой посылке у нас что-то лежит. Очередной комплект говна. Кому надо, пишите, отправлю бесплатно. За пересылку заплатите только. И какой-то дисплей. Опять нам положили 3М скотч, который я не использую. И салфетки влажная и сухая для вклейки. Здесь у нас дисплей. Еще один пупырчатый пакет. И дисплей для Philips'а. Только что по нему звонили и спрашивали, где дисплей. Дисплей пришел, сейчас отзвонюсь, чтобы поставляли телефон. Вот такой дисплей. Модельку увидите в описании или в названии видео. В описании есть ссылки, проходим, смотрим. Убираем наш дисплей на Philips. Его пока менять не будем, потому что Philips у меня нету под рукой. И откроем вторую посылку. Здесь уже потяжелее. Что написано? Написано Shopping AliExpress. Ну, ничего интересного не написано. И вес у нас 0,5 кило. Где-то так, да. Не люблю коробки, потому что непонятно, где ее резать. Если это коробки типа Почты России, то хрен ее откроешь без ножа. Так, надрезали. И где-то у нее должен быть, я так предполагаю, язычок. Наверное, он вот здесь. Так, смотрим. Что-то порезали. Да, я по ходу дела угадал. Блин, ну китайцы. Лучше бы они что-нибудь мягкое упаковали так. И откройся, господи. Так. Да, я угадал. Здесь материнка. Коробочка у нас пустая. Можно пиццу в нее положить. Выкидываем. Так, не так. Вот так выкидываем. Смотрим. Китайцы отписывались. Присылали мне видос, что мать работает. Материнская плата на ноутбук Dell, насколько я помню. Могу ошибаться. Сейчас посмотрим. Так. Пупырка мне нужна, нервы у меня, конечно, не железные, пупырка пригождается. Все, в антисатанинском пакете. Какая пломба живучая, не режется. Открываем пломбу. Такой хороший плотный пакет. Здесь маркировочка, вот эта маркировка платы. Выкидываем. Опа. По-моему, я заказывал с Процом. Либо я ошибаюсь. Ну, Проц нам не положили. Китайцы отписались. Материнка работала. Ну, как обычно у нас. Материнская плата из Китая. Бэушная. И с коррозией. Где она у них хранится, я не знаю. Постоянно в коррозии приходят платы. Всегда. И у нас китайские пломбы. Чтобы мы не паяли. Так, смотрим компаунд. Компаунд на чипе живой, не треснул. Возможно, чип не грел никто. Но вот отсутствие процессора, конечно, напрягает. И вот тоже. Так, материнская плата была установлена в корпус данного ноутбука. Но, к сожалению, у нас отказала клавиатура. Вот так она выглядит. К слову, ноутбук был залитый, но я уже подсуетился и скатался, купил клавиатуру.
Все работает идеально с этой клавиатурой. Единственное, что я еще решил поменять термопрокладку, раз уж полез, чтобы потом сюда больше никто долго-долго не лазил. Вот такая плата из нашей распаковки. Везде коррозия. Ну, ссылочки, конечно же, в описании. Такая вот распаковка. Чисто для себя, вам чисто показать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, мы там в комментариях пишем какую-нибудь информацию. И в описании смотрим ссылки. Всем пока. С вами был Руслан. До новых встреч.